Ну что, дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас будет очень такой странный выпуск. Обычно вы всегда смотрите, как я фотографирую, да, как я беру какую-нибудь модель и над ней долго и старательно издеваюсь. Но сегодня карма меня настигла, вот, бумеранг прилетел обратно, и сегодня я буду той моделью, над которой будут издеваться. Издеваться будет наша прекрасный мастер Татьяна Точиловская, вот. Причем, знаете, когда мы с ней договаривались, она мне сказала, что типа Маслова, что-то будет, что я тебе не скажу. Я еще совершенно не знаю, что будет. Вот мне сейчас дали вот, короче, такую попонку. Видите? Такая. О-о-о. Может, это будет ню? Нет. Блин, я так хотел. Вот. Поэтому сегодня мы сейчас вот, короче, сейчас со мной будут что-то делать. Пожалуйста, держите за меня кулаки, потому что я немножечко очкую. Когда Таня мне написала, я сказала, да, давай, она мне прислала вот эту вот, короче, как это называется, гифка. Гифка, вот вы сейчас ее видите, вот эту гифку, вот здесь вот будет гифка. Вот. После этого я, когда думала про эту съемку, у меня сразу перед глазами была эта гифка. Надо было арендовать этот костюм. Поэтому, дорогие друзья, зеленая Таня такая. Вот. Поэтому держите за меня кулаки. Вот, я надеюсь, я ей верю, безусловно. Но все равно, конечно, мне немножечко очково. Славик, я очкую. Славик, я очкую. Сильно причем очкую. Слушайте, может, я пойду, а уже? Я уже кофе выпила. Все, до свидания. Едешь. Может быть, и Таню покрасишь. Сейчас отрезают. Она у нее в розовые волосы. Ей подойдет вот эта штука. Ну все, короче. Пошла я, короче, краситься, переодеваться. Сейчас такое. Хо-хо-хо. Вот. И что будет, вы увидите уже в конце ролика, поэтому обязательно досмотрите. Знаете, дорогие товарищи, на самом деле, конечно, это с одной стороны очково, а с другой стороны, я абсолютно верю мастеру. Сказала она дрожащим голосом. Вот, мастеру верю. Вот, поэтому, что будет, то будет. Я даже предложила сейчас Тане меня отвернуть от зеркала, чтобы я вообще не видела, что со мной будет. Вот, будем надеяться. Та-дам! Первая завитушка пошла! Хотя, знаете, на самом деле вообще вот эта вся история, да, есть, например, люди, которые, у которых есть свой образ определенный, в котором они держатся всегда. Вот. Я как-то, например, поняла, что мне достаточно все равно быть в каком образе, потому что на меня там и дизайнерскую одежду наряжали, вот, и там, и ну, короче, мне достаточно все равно, я пластична, потому что я давно в фотографии, я знаю, что, конечно же, если мастер творит, то... он творит, вот, а если вы верите этому мастеру, то все будет хорошо, вот, а я знаю прекрасно, что у Тани прекрасная работа, и она не будет меня уродовать, я надеюсь. Даже если она меня изуродует, это будет такая, знаете, красота, когда, знаете, такая вот очень типичная уродская красота. Поэтому посмотрим. Это был очень грустный подкаст. Что, все нормально, да? Спасите меня. Что там? Поза. Я не знаю, но это выглядит страшно. Мы будем петь этого. Thank you.
Эй, ребята, вы меня видите? А я, представляете, я до сих пор себя еще не видела. Я вот думаю, мне если сейчас меня повернут, мне падать куда лучше. Наверное, вот сюда здесь диван. Прикольно как. Слушай, мне нравится. Да? Да. Слушай, мастер. Честно говоря, вы же всегда знаете, что я хожу с челкой, да, то есть что, но действительно получилось прям здорово. Спасибо, мастер. Что если убрать челку, будет необычно. Да, спасибо, дорогой друг, я тебя обнимаю. Вообще, я всегда, знаете, вот когда у меня фотошкольники приходят на занятия, я говорю, снимайте человеков, потому что это очень важно. Вы должны понимать, как человек чувствует себя перед камерой, как ему может быть страшно перед этой камерой. А вот, и, конечно же, фотографы очень часто, они тоже не такие стесняшки, потому что они всегда... Почему фотограф? Потому что ему просто неохота смотреть, что у него там. То есть ему неохота, чтобы в него тыкали камерой, поэтому обычно все фотографы, они прячутся. Вот. Но сейчас, на самом деле, я абсолютно уверена в нашем мастере, потому что действительно мастер, вот это первое. А во-вторых, я-то уже привыкшая, потому что у меня, представляете, вот в фотокухне сейчас уже почти 6 лет, и все 6 лет меня тыкают. Я свет настраиваюсь нормально. Меня тыкают вот этот вот этот человек, который за камерой сейчас видеограф, меня тыкает камера уже 6 лет. Поэтому, в принципе, я не боюсь. Я тут пригрелась, потому что в студии прохладно. Под фонарем прекрасно, вот у меня очень красивый образ, который мне нравится, поэтому в принципе все хорошо. Хорошо. Расслабься. Мощно. Среднюю. Это так смешно выглядит. А то. Класс, вообще же круто. Да, это хорошо. На самом деле, дорогие друзья, Таня сейчас, я думаю, что ей не просто нашему мастеру, потому что я снимала фотографов, и я знаю это чувство, потому что когда ты снимаешь модель, ты, короче, что-то делаешь, она там, короче, глазами хлопает, ничего не понимает. А когда ты снимаешь фотографа, фотограф, сволочь, он же все знает, он же за тобой следит, он же понимает, что ты делаешь, как ты снимаешь. Да каким ты фокусом, какая картинка получается, представляете, да, это такое состояние, на самом деле, некая такой незащищенности всегда присутствует, не знаю, как у тебя, вот у да, меня... Да, я даже пойду прибухну после этого. Да, вот, вот. Но, ты же не пьешь, вот, да, но, я считаю, что это все равно очень классно, потому что именно коллеги, фотографы, они понимают и готовы делать всегда все, потому что не знают, ну как это на самом деле непросто. И какой это тяжелый труд фотографировать. И фотографироваться, кстати, тоже вообще непросто. Но мне с Таней очень легко, Таня, потому что мастер. Да, мастер, слушаю тебя. Так, что, на 14 миллиметров? На 10! Что-то с диафрагмой, да? Да.
да, да, да. Сейчас я подойду, такая. Я буду снимать тебя крупно на шире. Такой. Снимай. Супер. Это я? Фига себе. Смотри, как красиво. А? Ты прям вообще... большое. Пока там у нас греется модель следующая, я хочу, конечно, сказать огромное спасибо Тане. Вот, ну, мастер. Мастер, это просто мастер, дорогие друзья. То, что вы сейчас увидите работы в конце, которые Таня, собственно, сделала, и знаете, это очень красиво. Это очень красиво, это необыкновенно красиво, и мне они очень нравятся, эти работы. Спасибо, короче, тебе за этот эксперимент, это было просто необыкновенно круто. Вот, обязательно напишите Тане, как получилось, напишите мне, в конце концов, как я получилась. Да, мне же интересно. Вот, буду ждать ваших комментариев. Обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте это. Если вы просто смотрите, подписывайтесь, потому что это важно. Мне важно, моей команде важно. Вот. И, конечно же, не забывайте ставить сердечки, колокольчики. Вот. Ну и увидимся с вами в следующий раз, когда, ну, я, наверное, буду фотографировать уже, или, не знаю, или еще меня кто-нибудь накрасит. Почему бы и нет? Или это будет мастер со шляпой, я пока еще не знаю. Но планов очень много. Все, всем пока сегодня. До новых встреч. Пока-пока.